Уважаемые зрители нашего канала, здравствуйте! Ежедневно мы рассказываем о судьбах популярных людей и о том, что происходит в мире самых знаменитых. Не забывайте о подписке на этот канал, ведь ежедневно мы готовим свежие, интересные ролики. Очень тяжело об этом говорить, но приходится констатировать тот факт, что очень много потерь и утрат пришло в российский шоу-бизнес в последнее время. Поклонники не хотят верить, но прощаться приходится и с народными артистами, и со всем юными дарованиями, которые творческий путь свой только лишь еще начинали. Обо всех этих потерях мы рассказываем и ставим подписчиков в известность. И, к сожалению, сегодня приходится говорить о еще одной утрате. Дело в том, что несколько часов назад стало известно об уходе легендарной актрисы, настоящего мастера своего дела, Анны Гжища. Весть о ее уходе рассказал супруг артистки, который не хочет верить в произошедшее. Она ушла в возрасте 73 лет, не дожив до нового дня рождения всего-то месяц. Ее запомнят по таким картинам, как «Ида», «Волынь», «Защитные цвета», «Туман» и множество других очень ярких работ она воплотила и в кино, и в театре. Сегодня соболезнования звучат по всему миру. Каждый день на нашем канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.